Всем привет, тут компрессор, кросс, давление 9 атмосфер, накачал 80 литров. 80 литров. Вот, хочу попробовать гайковерт Fujiwara. Вот такой гайковерт. Вот такой. Отличный гайковерт, тяжелый, мощный, покупал на Алиэкспресс. Распаковка там есть, ссылку оставлю. Попробуем открутить колеса на газели 27 головка. Ударной головки пока не приобрел, нету. Будем использовать. Будем использовать головку стелс, набора стелс. Вот. Затягивались на станции осенью еще пневмогайковертом тоже. Ну, этим воротком как бы вообще не вариант. Так, пробуем на первое скручивание. Ой, на первой скорости на откручивание. Шланг 12 миллиметров, 10 метров. Так. На первой скорости вообще без проблем открутил гайку. Так, пробуем теперь на затяг. Так. Чуть затянули. Вообще ни капелюшечки не докручивается. Так, вот так вот. Это плюс то, что еще неударная головка. Первая скорость, еще раз, следующую гайку. Первая скорость уже не тянет, наверное, давление уже чуть подупало на вторую. На вторую вообще в легкую. Подключился компрессор. Это вообще без вариантов. Такой вот гайковерт, обалденный. Так, сейчас накачает полностью. Еще попробую. Так, вот головка стелс. У них пожизненная гарантия на головку. Ну, с ней вообще как бы ничего. Повреждений нет. Так, пробую следующий. Вообще. Вот я весом своим становлюсь. Ни капли не дотягивает. Это надо рычаг что-то побольше. Пробуем еще. Давление также подупало, наверное, вторая. Не берет, не понял. Третья. Обратно включился. Так, вот такой вот гайковерт. Отлично, давление чуть падает. Но компрессор почему-то 9 накачал, обычно 10. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну вот он. 9 качает, против все время 10. Я не знаю, может чуть прохладно из-за этого. Непонятно. Ну, в общем, даже с 9, вот видите, до 7, он сразу все тянет. Конечно, когда до 7, если бы до 10 качал, он бы больше. А так он объем 80, а тут 12 миллиметров шланг. Из-за этого чуть-чуть быстро давление, ну, как мощь падает.
Но это 27 газель затянуты были на станции там, ну, большой у них компрессор, гайковер профессиональный. Вот сезон прошел как бы. Вот такой гайковер классно, я его покупал за 6200, вышел с кейсом и с головками. Там до 24 штук, 6 или 7 головок. Вот, следующее хочу ударную головку какую-нибудь самую дешевую приобрести и попробовать на КамАЗе открутить на 32. Такой гайковерт.